Продолжаем, на чем мы там остановились-то? На чаще мертвецов. Что-то мы оттуда вышли, не помню, что. Я пошел в магазин. Гаденушек, ничего не осталось. Я думаю, нет. Здесь вроде кого-то вальнул. Их обидно, у них мечи там хорошие. Чуть не упал. Или прям одной ногой. А он разбивается, где-то убил, да? Какую версию еще исправили? Как тоже пригодится. Супочку сварим. Ну, красный сундук. Ну, кстати, пустая бутылка костюмная вещь. Стоит их таскать, а нет, я думаю, не стоит.
цирюльник-то причем? Это книжка. Бутылка — это книжка. Наташка, вот это что за знак, не знаешь? Что это дает? Адреналин когда повышает? Что за байда? Какая-то байдовская байда. Твою ж мать, блять! Все осталось по-прежнему.
сачуры можно одеть. Да, будет неплохо. Даже вот это неплохо. Здесь жопы жуй. Такой же пижонский, короче. Может продать. Симпатичный. Виду только получше.
нас на морф. Блин, еще и третий пацан. Серебро. Дай чуть-чуть. Да, блин, мне одежда меня вообще просто убивает. Хотя зачем я эти мутаген делал, блин? Блин, ничего не хватает. Слушай, а если я сделаю такую ласточку, она у меня теперь всегда будет появляться? Да? Да. То есть чем больше я их сделаю, тем больше у меня их восстанавливаться будет? Нет, это там есть просто ласточка, там есть отличная ласточка. Еще кто-то есть, еще супер ласточка. И все они будут восстанавливаться, да? Не, у меня какая-то улучшенная сейчас стоит. И бомбы тоже устанавливаются, да? Ну вот у меня там какие-то бомбы там лежат, готовы. А я их есть сейчас из расхода, они опять, да, появятся? Это ж круто. Собирать траву, сделать даже ничего не надо.
вот так. Теперь помедленнее. Давай, плотва. Теперь помедленнее. Глаза гадские, меч серебряный. Ведьмак, чтоб я сдох. Где? Глаза гадские, меч серебряный. Эгей, здорово! Здорово. Это самый минус. Давай, плотва. Пошла. Собственно, я приехал. Мне кажется, что я здесь был уже. Ну и ночек. Я никогда не видел тебя такой. Какой такой? Ну, не знаю. Романтичный. Обычно я вижу тебя в окружении бинтов и медикаментов, да еще всю в крови. Потому что ты обычно приходишь, когда я работаю. А сейчас я не работаю. Жду тебя и плету венок на свадьбу. На свадьбу? А я не знал, что ты выходишь замуж. Не я, глупый. Моя подруга.
Этот венок для нее. А кстати, может, ты захочешь пойти со мной? С удовольствием. Замечательно. Значит, договорились. Ты не забыла кадильницу? Разумеется, нет. Меня чуть не застукали, когда я ее выносила. Я не знала, как ты ее будешь использовать, так что взяла еще смесь янтаря, аниса и можжевельника. Они неплохо дымят. Спасибо. Может пригодиться. Пошли? Пойдем. Куда они все вещи постоянно засовывают? А книга не врала. Это место действительно производит впечатление. Верно. Жаль только, что здесь так запущено. Рот обнищал. Видимо, не было денег на содержание. Оу, как-то там немножко слишком страшно. Тебе не нужно идти со мной. Можешь подождать здесь. Так, наверное, будет лучше. Если что-нибудь случится, то кричи. Чего ты мне поможешь? Береги себя, пожалуйста. Я постараюсь. Не хочу добавлять тебе работы. Это не скелет, а мавзолей какой-то. Не Ленин. Расхитительница гробниц Геральт Крофт. Сопля. Ну, хоть что-то можно уже взять. Пробитие доспеха плюс 100. Мощь арта. Давай поносим ее, хоть можно что-то поставить. Сабля. Мощь знаков. Давай мощь знаков. Блин, надо было вот это поставить.
призраки. Знал, что не спрятаться. А они кто? Проклятые, Наташка? Там масло, может, а? Там что-то всякие проклятые, еще интосикоиды какие-то, еще. Хер поймешь. Призраки. Я знал, что без проблем не обойдется. А, не, есть что-то.
А масло что, само собой кончается? Я что-то не понял. Поставить какой-нибудь прикольный такой. Где вообще? Не ласточку, что у меня там был? А, кроме.
лампадка. По старому обычаю их зажигали в честь умерших. Лампадка. По старому обычаю их зажигали в честь умерших. Кейстута умерла в 1257. Алексей, 19 лет, любимый сын и брат. Этого мне, наверное, не надо трогать. Витальд фон Эверик, сын Богумила и Кристины. Нашелся. Пора начать ритуал. Нужно окурить все залы в этом склепе. Жизнь и смерть, пламя и кровь. Приди как друг, ибо и я тебе не враг. Thank you.
вернись в мир живых, ты, что его покинул. Восстань из праха тот, чью кровь я приношу. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Приди как друг, ибо и я тебе не враг. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Жизнь и смерть, пламя и кровь. Теперь надо зажечь лампаду. Пламя и кровь, жизнь и смерть. Приди, тот, чью кровь я приношу. Пламя и кровь, жизнь и смерть. Ты призвал меня, кто бы ты ни был. Мое имя Геральт. Я здесь, чтобы пробудить дух Витальда фон Эверека. Твои имя и цель не имеют значения, ибо ты не покинешь это место живым. Ты дух Витальда? Кто спрашивает моего внука? Это не важно, Нарата. Я хочу знать, откуда у него кровь нашего рода. Ибо только кровью Эвериков можно пробудить души Эвериков. Сие правда. Насколько я знаю, из нашего рода в живых остался лишь Ольгерд. Да значит, этот человек пролил кровь твоего внука Гейстут. Вскоре ты встретишься с Витальдом. Зато никогда уже не увидишь Ольгерда. Идиот. Бей его, Эверики! За кровь Ольгерда! Нехорошо. Я из тебя всю жизнь сейчас высосу. Так, мне это масло стоит. Чё бы ещё сожрать? Так. Попробуем закидать. Ёпта. Сгинь. Я тебя на куски порву. Ну давай! Идиот!
тебя всю жизнь сейчас высосу. Все, брат. Надоедливые сукины дети, эти Эврики, а? Чё раньше не встал? Кто ты такой? Тот, кого ты ищешь. Витальд фон Эверик, брат Ольгерда. А, я и забыл, что не могу себе даже яйца почесать. Хотя с тех пор, как я умер, яйца у меня вообще не чешутся. Я не хотел драться с твоей семьей. Они это начали. Я мертвый, а не слепой. Я хотел посмотреть, как ты справишься с этими заносчивыми засранцами. Ну и с бабулей. Они все равно мертвые. Хуже уже не сделаешь. А теперь говори мне, откуда у тебя кровь Ольгерда? Если ты причинил ему вред, я тебя убью. Я получил ее от одного общего с Ольгердом знакомого. У меня к тебе важное дело. Я труп, так что мне плевать на твои важные дела. Единственное, чего мне не хватает после смерти, это, скажем, добрые забавы. Да что Часто у вас гости? Бывают, но не слишком часто. Потому-то, если кто пришел, то всей компании с ним поиграть охота. Веселая семейка. Правда. Мы славимся любовью к пирушкам и войнушкам. В нашем роду набеги — это традиция. С дедовских времен. А известно, что если в набег идешь, так и добыча бывает. Значит, и на веселье монет хватало. Только под конец моей жизни все пошло к чертям собачьим. Да что уж там, не будем сыпать соль на раны. За несколько дней до моей смерти брат говорил, будто нашел способ снова подняться. Меня прислал твой брат. Ну и как он? Эх, много бы я дал, чтоб с ним повидаться. Этого не будет. Но, может быть, тебе удастся испытать что-то такое, что будет интересно покойнику. Покойнику? Уже интересно. Говори, в чем дело. Не хочу показаться бестактным, но мне интересно, как ты умер. Да ну, не тушуйся. Все любят такие истории. Мне бы это понравилось, если б не меня тогда убили. Как это случилось? Во время набегов обычно занимали мы хату старосты. А местным вахлакам велели самогон приносить. Да и девок бледовитых в округе всегда хватало. Вот только в тот раз... Попали мы в засаду. Пятеро на одного получилось. Но меня и убили. Черепа дубовый стол раскололи, как яичко. Откровенно говоря, я не очень хорошо знаю Ольгерда. Расскажи мне о нем. Ольгерд – замечательный человек. Настоящий вояка. Другого такого не сыщешь во всей Редании. Лучше него не найдешь ни в драке, ни на перу. Мы еще щенками были, а он уже в набеги ходил, когда война шла. Приграничные деревни с копом в портки срали от одного имени – Ольгерд. Я был его правой рукой, а товарищи наши за ним в огонь и в воду были идти готовы. И чем вы отличались от обычных бандитов? Мы? Бандиты? Ты слова-то подбирай. У кого-то из наших, может, и были драки на уме. Но только не у Ольгерда. Он всегда был любопытнее всех на свете. В
Все-то ему было интересно. Книги читал, картины любил. Но и невеста у него была прекрасная, как сон. Я выполняю для Ольгерда одно задание. Мне надо сделать так, чтобы ты повеселился, как никогда в жизни. Правда? Ну, вот что значит брат. Вот так, брат, скажу тебе. Даже после смерти обо мне помнят. Так сколько у нас времени? Думаю, за ночь вернемся. Отлично. Погоди-ка, я только сабельку возьму и... Чтоб тебя черти взяли! Ты ж дух, ты не можешь ничего взять. А, все время об этом забываю. Ну и как же мне прикажешь наслаждаться? Ни кружки взять в руку, ни сабельки. Девушки как следует в танцы не прижать. Уж придется как-нибудь обойтись. Пошли. Никуда я не пойду. Ты должен сделать так, чтоб я развлекался? Так придумай, как мне это устроить. Как? Оживи мое тело. Я не сумею. К тому же, оно ведь разлагается. Ну тогда придумай что-нибудь еще, а в таком виде я никуда не пойду. Хватит, мы теряем время. Теряем время? Мужик, время — это все, что у меня осталось. Черт побери, ты при жизни тоже был такой занудный? Не доводи меня. Если уж у меня есть одна ночь, я хочу насладиться ею сам, а не смотреть, как веселятся другие. Так что ты предлагаешь? Есть одна задумка. Ну нет, и речи быть не может. Да, вот именно, что да. Геральт, очнись! Открой глаза! Где же нюхательная соль? Так получается, любой может вселиться в тебя. Дух. Стоило умереть, чтобы полежать на таких чудных коленках. Интересно, что же там скрывается повыше? Ты с ума сошел? Да, как только тебя увидел. Погладишь меня по роже еще минутку, и я буду готов провести вечность в теле пса, чтобы виться у твоих очаровательных ножек. Геральт, да что с тобой происходит? Геральт? Я Витальд. Что? А, ну ладно, погоди минутку. Нет, я определенно не люблю, когда в меня вселяются. Если бы ты так не сопротивлялся, не потерял бы сознание. Геральт, ты можешь мне объяснить, что тут происходит? Это все он виноват. Мое почтение, целую ручки. Кто? Ну он, брат Ольгерда. Геральт? Здесь никого нет. Похоже, твоя прекрасная подруга меня не видит и не слышит. Может, это даже к лучшему. Ты должен кое-что усвоить. Я ничего не должен, только замечательно развлечься. Что я и собираюсь сделать. Я теряю терпение. Я тоже. Ты можешь мне объяснить, наконец, что здесь происходит? Оу, как я люблю нетерпеливых! Я должен сделать так, чтобы Витальд фон Эверик развлекся как никогда в жизни. Но так уж вышло, что он дух. Так что мне придется одолжить ему свое тело. Погоди, то есть сейчас он в тебя вселился? Нет, сейчас нет. Сейчас стоит рядом и пялится на тебя. Но когда я буду одержим,
все мои слова и действия на самом деле будут принадлежать ему. А что, если я захочу поговорить с тобой? Ну, тогда пусть подойдет и попросит, чтобы я на минутку вышел. Тогда ты должна его попросить, чтобы он на минутку вышел. Понимаю. Замечательно. Ну так как, моя сладкая? Может, выйдем из этого мрачного склепа? Тут недалеко такая роща, где поцелуи на вкус слаще всего на свете. Я так понимаю, что сейчас ты уже Витальд. Похоже, мне не составит труда отличить тебя от Геральта. Я тоже так думаю. А между нами этот твой ведьмак страшный зануда. Разве что иногда. Ну, я вижу, мы поладим. Но так как насчет рощи? Боюсь, я не хочу в этом участвовать, дух. Что поделать? В таком случае пойду в ближайший бордель. У меня есть идея получше. Прежде чем Геральт призвал тебя, я пригласила его на свадьбу моей подруги. О небеса, вот так удачный день у меня сегодня. Не найдешь в Редании лучшего танцора, чем Витальд фон Эвер. За мной, лапушка. Развлечемся, как никогда в жизни. Хорошо. Мне еще надо переодеться. Так что можем встретиться у святилища. Это мне не по душе. Почему? Не люблю святилища. Я и при жизни посещал их только чтобы ограбить, а после смерти они мне стали нравиться еще меньше. А может, мы с тобой прямо на свадьбе и встретимся? Ну, кажется, у нас нет выхода. Великолепно. Тогда увидимся на месте торжества. Вот эта девка. От такой запросто можно голову потерять. А это говорю тебе я, Витальд фон Эверик, которому чем попало, не угодишь. Ну-ка, честно мне скажи, как на духу, есть между вами что-нибудь? Потому как, если что, я буду держаться подальше. А если нет, то... Ух, навестить бы с ней пару сеновалов. Скажем, когда-то мы были друг для друга больше, чем знакомыми. Ха! Видишь, я сразу так и понял. Я такие вещи нюхом чую. Разбираюсь я в людях. Жаль, конечно. Я бы сам ею с удовольствием занялся. Но другу я свинью подкладывать не стану. Ну так что, идем на эту свадьбу? Идем. Тогда веди, а я буду сразу за тобой. Сюжетик. Кладбищенский шакал. Должно быть, влез через колодец и свернул себе шею. Пытался гнида ограбить наш фамильный склеп. Прелестная девица. Если ты ее не трахнул, то сам дурак. Держи от нее лапы подальше. Так мне же развлечься надо. А что поделать, если я больше всего люблю с девками покувыркаться? Любит, видите ли. Наверное, считает себя таким оригиналом. Какого
черта ты копаешься в останках моих предков? Убирайся отсюда и оставь покойников в покое. Покойников в покое? Шачко и сейчас сделать что невозможно. Что за бред? Опять сейчас сделать это надо. Слушай, а бывает так, что сильным ударом нельзя пользоваться? А, слушай, а может... А, во! То есть, когда ты с этим... Блин. Все понятно. Когда ты с факелом, нельзя сильный удар делать. Блин, из-за этого я чуть не сдох. А чё толк, всё равно, когда махаешь, ничего не видно. Что я боюсь, что здесь сейчас жопа будет. Just
смотрится, как он. Да и смотрится что-то как. Денег. Это клёво. Заткнись. Я сам знаю, что мне делать. Интересно, он главный меч не мог взять там, а они драться, все его предки смогли. И он мне угрожал сейчас, что типа я тебе там сейчас надаю по роже. Если он ничего не может взять, ничего сделать. Народные штаны. Прикольно. Такие, блин. Трильники. Как это быть ведьмаком? Лучше тебе не знать. Было бы лучше не знать, я бы не спрашивал. Ну, говори. Тебе бы не понравилось. Это как-то залезло.
хочу попробовать один из этих знаков. Каких еще знаков? Ведьмачьих, каких же еще? Я этого никогда не делал, а вдруг это интересно? Я бы не хотел тратить время зря. До полуночи самое важное, чего бы хотел я. А что он хочет, чтобы я на нем их опробовал, эти знаки? У тебя кобылка. Хорошие промеры, крепкий зад, развитая холка. Ну-ну. Я вижу, ты в этом разбираешься. Еще бы! При жизни кони и женщины — это были две мои величайшие страсти. Ты коня моего пугаешь. Плотва не любит духов. Но! Ну, он плотва. Вот стоит и похер вообще. Эту мельницу. Мы с Ольгердом всегда как что учудим, так здесь и прячемся. Один раз старый Яромир застукал нас тут за самогоном. Вот были времена. А ты видел эту мельницу, Наташка? Ведьмак, чтоб я сдох. Здоровенно. Но! Куда спешите? Давай.
вход в нору Накеров. Меня зафигачило что-то. Раньше вот не было что-то. Отдохни. Так, все, значит, что собрал. Еще где-то. Ну давай еще. Ласточки нету больше. Давай.
вход в нору Натеров. Надо пройти подальше теперь. А это еще что? А. Пришли обратно. Вырасту, стану мясником. Надо бы поспать, мне кажется. Чуток. Что я взял-то? Что сделать не могу? Вон досада. Что происходит? Надо подождать. Свадьба. Как романтично. Отвали. Гляди. Из-за такой девушки можно и войну развязать, или хотя бы набег устроить. Да, выглядит она прекрасно. Пойдем. Эй, эй, погоди! Ты хочешь идти в этом? А в чем? Ты видел, как она одета? Я не буду рядом с ней вышагивать в смердящем кафтане. На свадьбу, иначе как в кунтуше, являться не годится. У меня как раз при себе ни одного нет. Ну еще бы! Зато вон там есть. Нет, мы не будем ничего красть. Успокойся, мы только одолжим. Вот этот подойдет. Таким голосом сказал. Хорошо сидит, как на меня шили. Еще сапоги. В сапогах надо быть на свадьбе. Ну и еще вот это. Я уж представляю, сейчас чуком будет. А, нет. Чтоб мне голову снесли, если я когда-нибудь видел девушку прекраснее. Так ведь снесли же, причем давно. Глаза, как у серны, шея лебединая,
А стан такой, что одной ладонью объять можно. А ты довольно забавный. Уверяю тебя, когда мы познакомимся поближе, я тебе понравлюсь еще больше. О чем ты говоришь? О таком, чтобы ты смогла ощутить все мои достоинства. И поверь мне, немалые. Ты не мог бы дать мне поговорить с Геральтом? А зачем? Это же я должен развлекаться, а не он. Всего на минутку, и ты сразу в него вернешься. Только поторопись! Не хочу тут до полуночи столбом стоять. Геральт, сейчас я представлю тебя жениху и невесте. Проследи, чтобы твой друг не натворил лишнего. Я над ним не властен. Чувствую себя дураком, когда говорю все эти глупости. Кое-что из этого мне понравилось. Это что же? Ты мог бы быть более раскованным иногда. Раскованным? По-твоему, я зажатый? Я говорю о том, что мне было бы приятно видеть, как ты просто радуешься жизни, а не только без конца решаешь чьи-то проблемы. Ох, я никогда не пойму женщин. Ну, конечно, не поймешь. У тебя же мозгов, как у конского седла. К счастью, у тебя есть я. Потом поговорим. Пойдем на свадьбу, пусть наконец этот дух развлечется, и все, из головы долой. Наконец-то ты сказал что-то умное. Будем веселиться до самого утра. Ты здесь только до полуночи, и не минутой больше. Этого мало. До полуночи я и напиться-то как следует не успею. А ты поспеши. Уговор был развлекать тебя до полуночи, а как пройдет обряд надевания чипца, ты вернешься, откуда пришел. Как скажешь. Туда, моя душенька. Встречай меня, мир. Ну и ну, свадебка как на картинке. Столы накрыты, и выпить есть с кем. Ну а девушки, мечта. Но ни одна из них тебе не ровня. Шани, берегись собаки. В этой будке, должно быть, держат псину размером с коня. Спасибо за заботу, но будка пустая. Неужели спустили такую скотину с цепи? Интересно, что скажут гости на свадьбе? Кажется, мне веселье будет высший сорт. Какая красивая рябина. Когда я была ребенком, делала из нее бусы. А я в щенячьи годы гнал из нее бормотуху вместе с Ольгердом. А теперь я тебя представлю жениху и невесте. Веди себя достойно. Для тебя все, что хочешь, Шани. Пойдем поздороваемся. Я же не отхожу от тебя ни на шаг. Подожди.